Актриса Наталья Медведева извинилась за скандальную шутку про погибшего героя Великой Отечественной войны генерала Дмитрия Карбышева, сообщает сайт kp.ru. Инцидент произошел в 2013 году. Приношу свои глубокие извинения за номер в Comedy Woman 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне, правда? Извините меня, написала актриса. Реклама Медведева рассказала, что тот номер был написан авторами передачи и одобрен продюсерами канала ТНТ. Все актрисы, это не секрет, подписывают контракт, по которому произносят тот текст, который им выдают. Признаюсь, что на тот момент я искренне думала, что это вымышленный персонаж, и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом. Еще раз искренне прошу прощения, объяснила она. Ранее российский режиссер и продюсер Никита Михалков в эфире авторской программы «Бесогон» назвал участниц телешоу «Comedy Woman» овцами из-за шутки о советском генерале Дмитрии Карбышеве.